Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы с вами будем вязать платье, которое я вам пообещала. Вот, я к нему приступаю. Прошу прощения, что не очень быстро, но это вещь такая не одного дня, поэтому вот так вот оно затянулось. Вот. Использовать буду вот эту вот пряжу. Девчонки, не спрашивайте меня, пожалуйста, живу в Чехии, купила здесь в Чехии, поэтому не купите вы ее в России. Поэтому вот просто ориентируемся. Привязки на пряжу не будет никакой. Я буду рассчитывать на своем примере, и вы последовательно, точно так же, как и я, будете считать все так, как я, по своим меркам. Значит, единственное, что хочу, почему выбрала эту пряжу, потому что это детская, она очень мягкая, легкая, она такая невесомая, я не хочу, чтобы под тяжестью пряжи обтянулось это платье и как бы обвисло под тяжестью, понимаете, да, о чем я говорю. Значит, метраж в 100 граммах 416 метров, приготовила 4 мотка, но предполагаю, что 3 вполне хватит. Вот сейчас напишу на свой размер 44, вот в уголочек, сколько ушло, потому что к концу видео я уже буду знать, поэтому вам напишу при этом метраже. Так, спицы буду использовать 3,5 миллиметра. Вот, вязать буду в круговую. Итак, давайте приступим к расчетам. Связала я образец. Вязать мы будем узором рис. Это все есть в первом видео, где скоростной быстрый разбор. Я думаю, вы его видели. И узор рис вы все знаете. Значит, набрала я 30 петель. Сейчас давайте напишем сразу. Плотность 10 сантиметров. 10 сантиметров. Это в ширину у нас 24,5 петель, а в высоту 34 ряда. Вот такая вот у меня плотность. Вас же это вообще не должно волновать. Мы будем считать, это так ориентировочно, да? Если вдруг будете вязать, у меня 44. Сейчас вы все узнаете. Значит, я меряю по обхвату груди. Так, ориентироваться буду на обхват груди, окружность груди. 96 сантиметров. Вязать буду в круговую, поэтому на полуокружности я не буду разбивать. Вот. И высота, длина изделия. Ой, господи. У меня получилось тоже 96. Вот такая вот симпатичная цифра у меня получилась. У меня две одинаковые цифры. Хотела, думаю, может длину сделать 100, а потом подумала, не хочу я. Длинное его, а вдруг оно еще вытянется, что я потом буду делать. Поэтому, как вот измерила в первый раз 96 сантиметров, так пусть и будет. Так, рисую я платье. Значит, длина у нас отсюда вниз, понятное дело, это наши 96 сантиметров. От этих 90, берем сначала вот эту длину изделия, вторую цифру. Возможно, у вас же будет не такое, как он, не одинаково со мной. Минус. Минус пройму. Вот. Вот я всегда меряю, я уже в каком-то видео рассказывала, и мне всегда это выручает, да. Вот я всегда меряю, вот мои пальцы, полная растяжка моих пальцев. У меня пальцы длинные, поэтому ориентироваться на это не нужно, но мне всегда хватает вот этой вот проймы, и я ориентировочно на вот эту вот, вот всегда моя пройма, не знаю каким образом, 21 сантиметр, я буду считать на 21 сантиметр, 44 размер, вы же визуально измеряйте по себе, визуально сантиметров от плеча до проймы взяли и померили свою пройму 21 сантиметр. Не думайте, я перемерила сейчас по себе 21 сантиметр. Равно 75 сантиметров. То есть вот эта вот длина у нас сейчас
75 сантиметров. Это мы в высоту пока разбираемся. Здесь у нас 21 сантиметр. Далее, что я следующее определяю? Высоту, на которой я хочу иметь карман. Вот в каком месте у меня будет карман. Прям сантиметром. Если быть точной, то я приложила руки к животу. Там, где мне удобно как бы эти руки положить в карман. Вот он получилось, что у меня на высоте 48 сантиметров. То есть от верху опять от этих 96 минус 48 сантиметров равно сколько? 48, да? Опять, боже, какие волшебные цифры у меня получаются. Значит, на высоте 48 сантиметров у нас здесь начнется карман. Видео кармана, опять под видео в описании. Вот это верхняя как бы линия кармана. Здесь у нас 48 сантиметров. Здесь у нас 48 сантиметров. Нижняя мы потом определим. Нижнюю часть. Нам сейчас, в данный момент, нам нужна верхняя. На ней мы будем останавливаться. Все понятно с этими линиями. Пока нам больше ничего не нужно, как бы. Далее. Далее мы определяемся с набором петель. Опять берем теперь вот эту вот первую цифру. Она опять же у меня одинаковая. 96 сантиметров. И считаем по вот такой вот формуле. Здесь у меня 96 сантиметров. Здесь даже без плотности мы будем считать. Это я посчитала плотность, чтобы вы, у вас было на что ориентироваться, как бы. Значит, я набрала 30 петель для образца. Есть еще видео подробное по этим расчетам. Тоже ставлю ссылочку под видео в описании. Значит, 30 петель, вот такая вот формула. 30 петель у меня, вот смотрите, 12 сантиметров. 12 сантиметров. Мне нужно набрать x петель, да? И это должно быть у меня 96 сантиметров. Считаем вот эти вот числа. Крест-накрест. Умножаем. 96 умножить на 30 равно 96 умножаем на 30 и делим на 12, на вот это вот число. Вот такая же формула у вас должна быть теперь. Разделить на 12. Равно 240. Вот какой, вы посмотрите, какие у меня получаются числа красивые. 240 петель равно 240. Вот и прекрасно. Это значит, что в верхней точке у меня должно быть 240 петель, а нижнюю точку, вот опять же пересмотрите это первое видео, кто не видел, она у нас вот для вот этого а силуэта мы должны добавить в зависимости от бедер 10-15 сантиметров, возможно 20. Ну, в общем, я добавлю 15, потому что у меня бедра на 6 сантиметров больше, чем грудь. Поэтому 10 сантиметров, хотя, может их, наверное, я добавлю все-таки 10. Ширину. Это значит, что по кругу это будет 20 сантиметров. Поняли меня? То есть к полуобхвату, вот если детали вязать отдельно, к полуобхвату я добавляю 10 сантиметров. К общей, как бы, в общем, я добавляю 20 сантиметров, потому что вязать буду в круговую. Значит, 96 сантиметров я добавляю 20 равно 116 сантиметров. Я думаю, хватит, девчонки, как думаете? Даже не хочется. Нормально, хватит. Значит, 116 сантиметров должно быть. Снова берем вот эту формулу. 30 петель, 12 сантиметров. X петель, 116 сантиметров.
считаем 30 умножить на 116 равно и делим на 12 равно 290. По итогу, то есть понятно, да, 116 я умножила на 30, разделила на 12, у меня получилось 290 петель. То есть здесь у меня должно быть при наборе 290 петель. Далее, это мы набираем 290 петель. Далее нам нужно добавить вот эту разницу. Разница у нас составляет, смотрим, 50 петель. То есть 290 минус вот эти вот 240 равно 50 петель. Это значит, что 25 петель мы должны сократить здесь, и 25 петель мы должны сократить здесь. Равномерно распределяем по бокам, то есть 50 петель, 25 здесь, 25 здесь. И так понятно, да? Набираем 290. Теперь нам нужно знать, сколько рядов у нас будет до проймы. 75 сантиметров. Вот 75 сантиметров. Вот, кстати, кто знает формулу высоту, как высчитывать? Вот эту вот ширину я знаю, а высоту я не знаю. Работает ли формула высоту? Этого я не знаю. Буду считать классическим способом. А кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто знает высоту, ну, какая формула рабочая. Значит, в 10 сантиметрах высоту у меня 34 ряда. Значит, я буду считать так. Значит, у меня 75 сантиметров. 7 и 5 умножить на 34 равно 255 рядов. Правильно? Правильно. Да, правильно. Значит, 75 сантиметров это 255 рядов. 255 рядов нам нужно разделить на промежутки между добавлениями. Если у нас 25 петель нужно между убавлениями убавить, то промежутка у нас будет 26, потому что у нас здесь промежуток, значит, боже, у нас все прекрасно получается. 255 разделить на 26 промежутков равно 9,8. То есть округляем, да, округляем на 10, и у нас получится, что между добавлениями по 10 рядов. То есть 9. В каждом 10 ряду у нас добавление. Здесь у нас получится, что после последнего добавления остается 5 рядов. То есть 250. Иначе у нас бы было 260, а у нас 255 рядов. То есть все очень просто. Видите? В каждом 10 ряду у нас добавление. Здесь в остатке осталось 5 петель. Понятно, да? 255 разделить на 25. Это я просто... Ой, я думаю, понятно, да, что я округлила до 10, чтобы не было 9,8. И остаток, как бы, я узнала примерное число, а сейчас округлила до 10. Значит, 25 умножить на 10, это 250 петель. И в остатке у нас остается 5. То есть 26-й, как бы, промежуток у нас будет 5 петель всего, что нам не страшно, да. Вот, все мы разобрались. Теперь я набираю петли 290. Вот они. Спицы 3,5 миллиметра. Все остальное мы будем досчитывать еще. В общем, набираю я 290 петель классическим способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Итак, набрала я 290 петель, и теперь один ряд я провяжу резинкой 1 на 1, а потом соединю это все дело, или соединить сейчас, а может быть даже и сейчас сразу соединю, да, чтобы не откладывать в долгий ящик. Сейчас самое важное нам, чтобы ничего не было перекручено, следим вот здесь вот,
Лучше несколько раз пройдитесь. Пройдите. Ой, господи. Вот. Вроде бы как соединила. И теперь я вяжу резинкой один на один, один круг. Вот до вот этой ниточки. Один кружочек. При большом количестве петель вязать удобно в круговую, да, потому что не надо вытягивать эту леску. Вот так вот просто продвигаете и вяжете. Так, вот моя ниточка, я довязываю ряд, круг как бы до конца. Я довязала до конца. Теперь в следующий ряд я вот это не страшно, это все еще мы вот этой ниточкой обработаем. Значит, теперь я ряд вяжу, обрабатываю край вот этот вот. Каким образом? Ввожу спицу за работу, подхватываю, здесь немножко неудобно, но это только первая петля, подхватываю сзади, вот видите, завожу, сейчас я покажу еще на полотне, подхватываю эту петлю, снимаю и переношу ее вперед и провязываю лицевой, изнаночную провязываю обычно, лицевую снова захватываю, подхватила, провязала лицевой. Этот способ у меня есть видео подробное, тоже оставлю в описании, посмотрите. Если я слишком быстро показываю, еще можете поставить видео в таких моментах сложных для вас на скорость 0,5, и оно будет воспроизводиться в два раза медленнее, что вам тоже поможет. Итак, прохожу один ряд вот так вот, и у нас получится вот такая вот красивый такой краешек. Итак, провязала я еще один ряд, перекрутила. Теперь вяжу вверх жемчужным узором. Это значит, что каждый через ряд, ну, в общем, два ряда, резинка один на один, как здесь, не считаем того, что перекручено. А далее мы просто меняем местами. Где была лицевая, лицевая, где изнаночная, где была лицевая, изнаночная, где была изнаночная, лицевая. Вот таким вот образом мы вяжем наш основной узор. Вот его прекрасно видно, все его прекрасно знают, не буду. И еще одну вещь хочу сказать, девчонки, пока вязала, вот тут мне дошло, что мы не можем убавлять по одной петле, как я рассчитала, потому что у нас вот этот жемчужный узор на основе резинки 1 на 1. И будет некрасиво, если уберем одну петлю и две лицевые будут идти вместе. Да? Нам придется как бы сокращать в каждом 20 ряду 2 петли. 2 петли. То есть по 2 петли мы будем объединять. То есть они будут реже эти убавления, но по 2 петли. Вот такой вот нюанс из-за узора. Я, конечно же, хотела по одной, чтобы скос был такой мягкий, ровный, но пока вязала этот ряд, тут ко мне пришла идея, не идея, а тут осознание того, что, Вика, ты же не можешь убавлять по одной петле, потому что будет идти 2 лицевые ряда, 10 рядов, и это будет видно, и это будет некрасиво. Поэтому вот такое изменение. Теперь я вяжу основным узором 19 рядов, и в 20 покажу как. Так, девчонки, и на этом этапе я прошу прощения, у меня то ли не записалось видео, то ли я плохо включила. Ну, в общем, я не знаю. Обычно вижу, когда батарейка садится. Ну, в общем,
Вот эти сокращения я обозначала маркером, значит, вот как вам теперь объяснить? В общем, сокращения я делала, вот их слегка видно. Это я уже постирала платье, и я их почти не вижу, вот они. То есть я делала в каждом 20 ряду, при этом маркером у меня была обозначена одна петля, и я брала, сокращала, как бы провязывала 3 петли вместе. При этом одна петля у меня центральная, одну петлю я брала из переда, одну со спинки и провязывала 3 вместе. То есть вот так вот, оно, конечно, не видно, но это очень важно, потому что чтобы у вас потом не было перекоса. Там в дальнейшем будет видео, я сейчас попытаюсь примерное время, потому что еще не точно, ну, в смысле, поставить, где будет вот эти вот сокращения горловины, на горловине, как я это делала. И вы там посмотрите в конце, как я брала оттуда, и как обозначала маркером, девчонки. Это все есть, но дальше. Я, извините, здесь я делала, то есть сокращала 2 петли, по 2 петли с каждой стороны. Я, ну, боковые части, в боковых частях я провязывала по 3 вместе, сокращая слева и справа, как бы по одной петле. То есть и в одном боку, и во втором боку, это понятно, да? Вот, таким вот образом. Ну, вот такой вот казус у меня случился. Сейчас я вам показываю, что у меня здесь нарисовалось. Значит, нарисовалась у меня вот такая вот деталь. Сейчас поднимусь выше. Вот, вот мои сокращения. Как провязываем мы по 3 петли, поэтому видны они. Если было бы по 2 петли, не было. Ну, в принципе, сойдет. Теперь, что еще хочу сказать. У меня 44 сантиметра, потому что я так поразмыслила и пришла к выводу, что мне их достаточно. Так, и теперь мне нужно сложить это все дело пополам, эту деталь. То есть высота, вот я говорила изначально, поэтому тоже корректируйте. 48 сантиметров до конца кармана, но у меня 44, то есть 4 я добавлю сюда. Длину все-таки я буду вязать туже. Это только в размещении кармана, как бы нюанс. Теперь я складываю вот по нашим сокращениям пополам. Проверяю свою деталь. 55, и после стирки будет 58, 116 сантиметров, как я и считала. То есть учитываем то, что наша деталь еще не стирана. Вот она стиранная, вот она не стиранная. То есть разница есть там. Вот. Учитываем это. То есть все здесь у меня совпадает. В плотность я вернее, плотность все совпадает. Теперь мне нужно определить вот верху, так, вот это вот тоже. Вот смотрите, я сложила, я делала на двух спицах, чтобы четко у меня было пополам сложено, чтобы этот карман разместить четко. Здесь по бокам у меня все вот эти по 3 петли сокращения идут четко на сгибе. Теперь я определю высоту кармана. Вот визуально, сколько бы я хотела этот карман вот вверху. Вот 15 сантиметров. Вот так бы я его разместила. Не хочу на пузе, чтобы был он чуть пониже. Итак, значит, вот здесь вот. Итак, значит, дубль 2. Еще раз. 15 сантиметров. Вот они, вот это. Вот этот ряд я его отмечаю. Так. Ну, его, в принципе, будет видно. Теперь мы определяемся с шириной. Вот, ширина у нас будет где-то 25 сантиметров. 25. Нормально? Нормально. Значит, теперь, что нам нужно здесь определить? Здесь нам нужно определить, чтобы точно посередине. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. По две петли. Сейчас я просто ориентируюсь. И сейчас отсюда.
17. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17. Отмечаем здесь 17. Для чего нам это нужно, чтобы... Так, и теперь меряем, сколько у нас между вот этими вот маркерами сантиметров. 20, ну, больше, чем 25, 26, поэтому я еще на 2 передвигаю, 18, 36 петель от края, и здесь передвигаю на 2 петли. Думаю, вы поняли принцип, да? Так, все, теперь у меня здесь будет 25 петель, ну, сейчас 24, 23 даже с половиной, но после стирки все будет 25. Теперь... Что я делаю дальше? Дальше мне нужно вот опуститься вниз, ровно, четко по вот этому, как бы по этой петле, вот она, и совместить с этой, с рядом, то есть начало и конец нашего кармана. Здесь, вот он, начало, вот. И здесь то же самое. Ой, я уже уехала. Там, вот здесь я нахожусь. Вернее, отсюда я вот так вот воткну, чтобы видно было. Вот и все. Так, мы определили. Вот он. Размер нашего кармана. Сколько петель сейчас посчитаем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, это 58, 59 петель. Вот должно получиться 59 петель. Теперь я буду набирать петли для этого кармана. Начало кармана. И конец кармана. Так, кто не видел видео, у меня есть подробное видео для вот этого вот кармана. Ой, господи. На меньшее как бы полотно, и там понятнее и виднее. То, что я делаю сейчас, вам будет намного понятнее. Вот. Поэтому, будьте добры, перейдите и посмотрите. Так, набираю я крючком. Я не буду долго останавливаться именно на вот этом вот, потому что, я же говорю, есть видео, и это полчаса рассказов. Так, неудобно мне крючком, я попробую спицы. Булавка мне вот эта вот не нужна. Так, вот это мне тоже не нужно. Так, вот набрала, вот они мои петли. Теперь что я буду делать? Я буду вязать. Так, вот здесь вот очень хорошо видно, что я залезла не туда. Вот видите? Так. Отлично. Теперь ровно. Как я смотрю, сейчас я вам покажу. Вот, видите, по вот этим вот лицевым петлям, оно очень хорошо видно, ровно вы набрали петли. Вот. Далее, что я делаю далее? Далее я буду вязать, вот как в образце у меня в том видео про карман, я буду 4 петли вязать платочной вязкой по бокам, вот, чтобы оформить этот карман. И центр я буду вязать по узору, как бы, чтобы вписаться в узор. Итак, кромочную петлю здесь я вяжу лицевой тоже, чтобы как в образце, девчоночки, посмотрите это видео, оно вам лишним не будет, вам это пригодится, поверьте мне. Так, вяжем, значит, 4 петли в
включая кромочную, лицевыми. 3, 2, 3, 4. Теперь по узору. Вот смотрим только по вот этой вот стороне. Здесь у меня должна быть лицевая сейчас, чтобы все совпало у нас. Я вяжу изнаночную. Так далее. Вот, да, все, восстановили мы узор. Чтобы не было смещения, там лицевая не попала на лицевую, изнаночная на изнаночную, некрасиво будет. Поэтому нам нужно вот таким вот образом. Так, а в конце 4 петли лицевыми. Так, раз, два, три. И кромочную тоже лицевой. Здесь у нас не закреплена нить осталась. Мы ее проденем сюда. Где? Продеваем тебя сюда. Так вот, чтобы эта нить была закреплена в кармане. Не, чтобы нигде она у нас и не вылезла. Вот здесь вот мы ее возьмем так легонечко и закрепим. Все. И эта нить останется вот здесь, вот в кармашке у нас. Так. И все. И далее продолжаем. По бокам по 4 петли, в центре основной узор. И сколько вязать? Сколько вязать? Там в том видео у меня другой узор, поэтому я вязала меньше. Ну, так, навскидку. Здесь же у меня тот же узор, поэтому я четко считаю ряды. И четко вяжу столько рядов, сколько у меня здесь провязано. Вот. Нормально? Думаю, нормально. Итак, я связала. У меня здесь 50 рядов. Мой карман. И вы знаете, мне кажется, что он маленький. Хотя постираем, посмотрим потом по итогу. Не знаю, увидите по итогу, девчонки. Если вам понравится мой карман, то делайте так, как у меня. Если не понравится, то делайте пошире, да, чем у меня. Не знаю, смотря тоже, какой у вас размер будет. Вот у меня вот такой вот. Теперь я соединю это все дело. Так. Теперь я присоединю это все дело как... Так, теперь я присоединю это все дело, как в видео, и буду вязать дальше ровно, пока у меня не будет 75 сантиметров до вот этих вот, до проймы. Возможно, даже и намочу в процессе. Ну, увидим, увидим, девчонки. Так, сейчас вот. Я присоединяю, вы уже видео посмотрели, знаете, как это сделать. И далее просто вяжу ровно, ну, продолжаю вязать ровно, при этом убавляя эти боковые, по 3 петли, боковые петли. То есть все еще убавляю. Итак, мои хорошие, продвигаемся дальше. Где я сейчас? Где же я сейчас нахожусь? Я сейчас нахожусь в точке проймы. И вот пока вязала, обдумывала, что я сейчас сделаю, я разделила. Вот, сколько я закрыла. Значит, у меня здесь должно было быть закрыто 12 петель. Здесь и здесь, что я и сделала. То есть всего 48 петель. 290 минус 48 у меня в общем. Все, кстати, совпало очень. 142 петли, которые я делю пополам. Это значит 121 петля у меня передняя деталь и задняя деталь. Вот я, смотрите, разделила их на две спицы. Сейчас я буду вязать заднюю деталь. Продолжаю вязать тем же узором и буду сокращать в каждом ряду по одной петле. Подрез вот этот я делать не буду. Вот.
Кто хочет, можете сделать. И что еще хочу сказать, провязала я 75 сантиметров, с учетом того, что 5 сантиметров у меня постирается и добавится при ВТО. Так, думаю, понятно. То есть все вязание я делю пополам. Смотрим внимательно очень, чтобы не сместились вы никуда, чтобы у вас карман был на своем месте с круговым вязанием. Это тоже так интересно получается. Значит, карман у нас по центру. Все хорошо, разделила я эти петли. Теперь вяжу спинку. Только спинку. Таким вот образом буду сокращать петли. Немного, рукав у нас спущенный. Поэтому, почему я не делаю подрез? Потому что спущенный рукав. И как бы так, первую петлю провяжу, потом не буду делать. Теперь после кромочной петли, она потом будет сниматься, я провязываю 2 вместе изнаночной и далее по узору. Следуем узором по узору до конца ряда. Кстати, какая-то одна девушка мне писала, что у нее проблемы как бы отличается вязание в круговую и вязание поворотными рядами. Вот, сейчас посмотрим, будет ли у меня отличаться. Я думаю, здесь как бы важно, за какую стенку вы провязываете. Нужно просто следить, чтобы петля не была перекручена, и вот и все. Так, и в конце ряда, вот смотрим. Когда остается 3 петли, я снова провязываю 2 вместе изнаночной и кромочную изнаночной. Вот теперь кромочную я буду вязать изнаночной, потому что у нас поворотные ряды. Теперь в изнаночном ряду, вот эту вот после кромочной и перед кромочной в конце, мы теперь все время провязываем лицевой, чтобы у нас край был красивый. А в лицевом ряду изнаночной все время. Вот. Так, в конце ряда тоже перед кромочной мы петлю провязываем лицевой, кромочную и изнаночной. Вот. Далее так и продолжаем. В лицевом ряду делаем 2 петли. 2 петли после кромочной и в начале и перед кромочной в конце провязываем вместе изнаночной, далее по узору. И продолжаем какое-то время, сколько я вам скажу, сколько петель я сократила и в сантиметрах, сколько это ориентировочно. Так, мои хорошие, значит, что у меня здесь получается? Я сократила всего лишь 3 раза 3 петли. Сейчас прям сразу нарисую, чтобы не забыть. Значит, здесь у меня по спинке я для проймы сделала 3 раза сокращение по одной петле. 3 и 3. Это по спинке. Вот. Значит, 115 петель у меня осталось. И далее я вязала ровно. Вот смотрите, вот эту после кромочной изнаночную я оставила, и вот такую вот косичку у меня получилась по краю. Так, что еще хотела измерить? У меня здесь пройма как бы 21 сантиметр, ну от плеча, да, а у нас спущенный рукав, его я хочу обязательно добиться, этого спущенного рукава. И сейчас измерю, у меня вот до начала вязания у меня 17 сантиметров, то есть 4 сантиметра у меня еще поднимется за счет скоса рукава, вот, который я сейчас буду делать. Каким образом? Сейчас все вам покажу. Незаконченными рядами по 4 петли. Значит, лицевой ряд вяжем ряд до конца по узору. Так, в конце ряда
я не довязываю 4 петли. Это и будет незаконченный ряд. Вот они, 4 петли. Поворачиваю работу и делаю воздушную петлю. Вот здесь вот таким вот образом ввожу спицу за нить. Нить вот таким вот образом перекручиваю и подтягиваю. Далее вяжу по узору до конца ряда. Здесь 4 спицы, петли остались не провязанными. Так, и в конце изнаночного ряда точно так же оставляем недовязанные 4 петли, работу поворачиваем и снова делаем воздушную петельку таким вот образом и вяжем по узору. Здесь я меняю. Итак, вот смотрите, теперь в каждом ряду что мы будем делать? Вот, всегда у нас будет вот такая вот дырочка. От нее мы отсчитываем 5 петель. Почему не 4? Потому что у нас здесь есть дополнительная петля, которая не считается. Она у нас аннулируется. Потом увидите. И 4 петли каждый раз по 4 петли, вернее, если считать и вот эту вот петлю, то по 5 петель мы не довязываем. И так мы будем перемещаться как бы к горловине такими вот незаконченными рядами. Это мы делаем с обеих сторон. Вот смотрите, что я сделала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. По 6 раз у меня с каждой стороны это эти незаконченные ряды. 6 здесь, 6 здесь, вот, и по центру вот остались петли. Далее мне нужно соединить это все вязание, и мы перейдем к вязанию переда. Так, вот последний раз, теперь я буду соединять. То есть эти пока у меня остались, я сначала соединю вот эту вот сторону, а потом в следующем ряду, в изнаночном ряду эту. Так, и вот я дохожу к этому месту, где у меня незаконченный ряд. И вот эту вот петлю, здесь у меня, вот смотрите, сейчас по узору лицевая петля, я ее провязываю вместе со следующей петлей по узору. А вот только вот здесь, вот видите, оно не совпадает по узору. Сейчас у меня должна быть изнаночная по узору, а у меня здесь как бы лицевая. Нет, я все-таки... Вот видите, в чем плохо этот узор. Ну да ладно, ничего не поделаешь. Изнаночная, да? И вторая, видите, изнаночная. Вот здесь у нас непонятки получаются. Ну да ладно, все равно это последний ряд. Я надеюсь, что оно не сильно будет видно. По узору у меня лицевая, но мне придется вязать изнаночную. Так, это у нас лицевая сторона. Вот проследим за тем, чтобы это было на лицевой стороне. Вяжите изнаночной, она потеряется. Но если лицевая будет, допустим, 3 ряда, это уже будет выделяться. Вот здесь по узору я вяжу. А здесь у меня, видите, совпадает тут с этими как бы петельками изнаночная. Ну ничего, по 2 изнаночные получается у нас тут на стыке. Ничего страшного. Это мы сейчас посмотрите на моем примере, как оно будет. Будет ли сильно видно, я вам покажу обязательно. Таким вот образом мы эту петлю провязываем как бы со следующей вместе. То есть тем самым мы закрываем по сути вот эти дырки, чтобы не было у нас дырок от этих рядов. Так. Так, здесь мы соединили, теперь следующий ряд.
Здесь провязываем, сейчас посмотрим, сейчас все мы посмотрим. Так, здесь вяжем по узору. Тут у нас будет по 2 лицевые, но мы не можем их по-другому. Видите, по 2 лицевые вместе стыка. Но здесь их не так уж и видно сильно, как бы экстремально, поэтому не боимся ничего. Это там будет шовчик, оно там затеряется. Ну, покажу вам еще. Здесь вот тоже мы соединяем, дошли мы до вот этих вот незаконченных рядов. И точно так же здесь у нас получается по 2 лицевые петли. Но это не страшно, это хорошо, потому что у нас изнаночная сторона сейчас. То есть изнаночные петли получаются на лицевой стороне. Так, и доходим мы до вот этого. Здесь у нас все получается по узору. Один раз лицевой, один раз изнаночная, тут 2 лицевые рядом. Один раз 2 лицевые, получается, один раз 2 изнаночные. Так, все, довязали мы до конца ряда, и теперь вот эту часть мы оставляем. Я что делаю? Я сделаю подлиннее вот эту вот нить, чтобы мне было чем закрыть петли, чтобы не привязывать. Я ее здесь присоединю, вот, и эту часть просто оставляю. Присоединю вот так вот маркером. Так, есть. Теперь у нас, сейчас я вам покажу, вот так вот это выглядит, видите, вот здесь у нас скос плечика, и здесь скос плечика, здесь будет горловинка, но это потом. Сейчас, что мы делаем? Сейчас мы разберемся, у меня здесь точно так же 121 петля на спицах, и вот эту вот часть, которая у нас, сейчас будем считать, у нас, сейчас мы находимся, допустим, здесь. Я в большом формате вам нарисую. Вот, мы находимся сейчас в этом месте. Здесь мы 3 петли тоже точно так же сократим. 3 петли. Возможно, 4. Но не хочу я больше, потому что я действительно хочу, чтобы оно, платьишко выглядело максимально как на... Это на чем? На образце, на оригинале, в оригинале. Значит, так как я решила, здесь отделяем центральные петли маркерами. Значит, если всю вот эту ширину взять, у меня 121 петля. Давайте одну петлю мы потом в уме будем держать. Не потом, а сейчас. Держим в уме. Значит, 120 петель делим на 5. Итак, центральная часть. Я перешла на... Там негде мне считать. Перешла на новый листок. Центральная часть у нас будет 2 пятых. 2 пятых от всех петель. Значит, у меня 121 петля всего. Вот на спицах сейчас, передние детали. Возьмем одну петлю, мы будем держать в уме. То есть мы ее... И берем... Четное количество петель и делим на 5, то есть мы узнаем 1/5. Значит, у меня 24 петли, 1/5 составляет 1/5 равно 24 петли. Это значит, что 2/5 это 28 петель плюс вот это 1 петля. Ой, 20, опять не так считаю. 48 петель плюс одна, которую мы держим в уме. Вот она. Думаете, нормально будет? Давайте сейчас визуально посмотрим. Далее мы считаем 3/5. 3/5 у нас равно
24 умножить на 3, 72 петли, 72 петли. 72 петли мы делим на 2, потому что у нас 2 эти части. Это будет 30. То есть каждая из вот этих вот частей должна составлять 36 петель. 36 петель. Сейчас считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. 16, 17, 18, это будет 36 петель. И здесь вот тоже 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, вот, есть, есть, есть. 36, и по центру 49 должно быть. Проверяю. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 на 1. Все правильно, все совпадает. Теперь смотрим, девчонки, визуально. Вот визуально я бы сдвинула еще по 2 петелечки вовнутрь, не больше. Четко рассчитать, конечно же, нельзя, но это тоже визуально. Смотрите, как вам больше нравится. Вот я на 2 петельки сдвигаю маркеры вовнутрь. Так, и все. И на данном этапе мы вяжем. Я сейчас измерю, сколько у меня вот эта центральная, чтобы вы ориентировались. Между маркерами 18 сантиметров. И мы же будем потом перемещать этот узор. Значит, я добавляю нить. И вяжу. Значит, сначала 36 петель, при этом эти петли у нас убавятся до 33, да, потому что у нас пройма. Я оставлю вот так вот ниточку, а потом мы ее красиво заправим иголкой. Вот сейчас, в данный момент, значит, сокращаю я в лицевом ряду после кромочной 2 петли вместе, изнаночная, опять же, не забываем. Вяжу по узору. Почему я, а это ж у меня были, я смотрю, не могу понять, почему у меня теперь, видите, у меня здесь на изнаночном ряду будет как бы смена петель, то есть вывязываться этот жемчужный узор, а не могла понять, почему. Смотрю, как это, смотрю в книгу, вижу, сами знаете что, а потому что вязание это круговое, поэтому-то и возможно это все. Вот, так что с этой стороны у меня так будет. Просто так совпало. Но это ничего страшного. Узор он выглядит везде одинаковым. Так, довязываю я до маркера. Здесь мы будем вязать вот этот вот как бы дополнительный второй узор. Он тоже все у нас есть в этом видео дополнительном. Значит, первый ряд, все изнаночные петли. Так, вот они, изнаночные петли между маркерами. Здесь по узору продолжаем, ничего не меняем. Все вяжем по узору. Так, в конце ряда. Ой, 2 изнаночные перед маркером. 3 раза так вот сократим, тоже 3 петли, больше не будем. Кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд, все по узору. До маркера мы
жемчужный узор. Петлю после кромочной мы провязываем лицевой в изнаночном ряду, опять же, чтобы у нас одинаково выглядел срез и напереди, и на спиночке. Так, жемчужный до маркера, между маркерами по узору. Сейчас у нас здесь лицевая. Так, после маркера снова по узору. Так, перед кромочной петлю провязываем лицевую обязательно, последняя кромочная изнаночная. Вот эту ниточку пока не трогаем, все мы потом сделаем. Следующий ряд. Снова убавление по две вместе после кромочной и перед кромочной. Итак, в каждом лицевом далее мы будем перемещать наши маркеры в начале как бы ряда, вот, вправо, то есть я одну петлю переснимаю, одеваю на левую спицу и одеваю маркер, то есть одну петлю мы переместили по центру и вяжем. А теперь по два ряда здесь у нас будет чередоваться лицевая и изнаночная гладь. Теперь мы вяжем лицевую гладью два ряда. Это мы делаем только в лицевых рядах. То есть в лицевом ряду мы меняем узор, то есть с лицевой на изнаночную гладь и с изнаночной на лицевую. И перемещаем маркеры в начале на петлю вправо, в конце на петлю влево. То есть добавляем 2 петли в этот центральный узор. Это мы делаем в каждом лицевом ряду. Все изнаночные ряды мы вяжем по узору. Таким образом продолжаем, то есть перемещать и менять, чередовать узор. Здесь вот влево мы перемещаем, снимаем маркер, переснимаем одну петлю и одеваем маркер, который упал. Вот. И вяжем, провязываем по узору, который у нас находится в центре. Так, а после маркера мы вяжем основным узором. Вот я провязала высоту ровно столько, сколько у меня и спинка, вот, до скосов. Точно так же все продублировано у меня здесь, точно так же перед спинкой все совпадает. Вот единственное, этот узор, и вот смотрите, кто видел, я думаю, что вы видели то первое видео, то, что я говорила, что вот это вот, этот узор, он выполняет свою функцию, то есть опускает вот это все, чтобы у нас не было дискомфорта у горла. Вот. Теперь, вот, я поднялась, то есть сейчас я нахожусь вот здесь, вот как бы. И теперь мне нужно сделать точно так же, как на спинке. Теперь я вяжу незаконченными рядами по 4 петли. И потом их соединяю. Единственный нюанс, что это все будет сейчас 4. Два раза у меня еще жемчужный узор. А далее этим узором это все будет происходить. Вот. Вот и все. А на самом деле, в принципе, все точно так же, как и здесь. То есть полностью повторяем то, что мы делаем. Так, вот смотрите, сделала вот эти скосы. Все точно так же, как на спинке, девчонки. Поэтому снимать было нечего. Так, сейчас.
Вот видите, все равно, вот спинка у меня поднята, вот он и есть росток. Он сделан при помощи вот этого, автоматически нарисовался при помощи вот этого узора. Того, что он вот так вот стягивается, видите? А рядом на самом деле здесь и здесь одинаково. Вот, что нам и нужно было, очень нужно было, чтобы упростить это все. Теперь я выворачиваю на изнаночную сторону это все дело. И мы будем закрывать плечики, сокращать эти петельки. Значит, сколько? Как мы видим по фотографии, достаточно, довольно-таки мало у нас на плечах. Вот так вот я бы сказала. И все, горловинка такая широкая, свободная. Ну, я сейчас закрою, скажу вам, сколько у меня. И сколько у меня где-то 10 сантиметров, там 10-12, я бы сказала. Сейчас посмотрим. На самом деле, потому что горловина широкая, потом она будет сужаться, и много закрытых петель нам не нужно, если мы хотим тот же эффект. Так, вот этого мы уже добились одного, теперь нам нужна горловина. Для этого мы берем крючок, берем обе спицы. Так и закрывать будем при помощи крючка. Для этого с каждой спицы снимаем по одной петле и провязываем вместе. Теперь эта петелька осталась вот здесь. Вот мы ее опять снимаем 2 петли и провязываем 3 петли вместе. Сколько? Раз, два, 3, 4. Я не знаю, это уже, наверное, и много. Давайте измерим. 11, да, 12 петель уже, 28. Запоминаем, возвращаем эту петлю на спицу и переходим к второму плечу. Так, 28 петель у меня вот здесь, вот эти ниточки, которые я оставила, да, кусочек для закрытия этих петель. Теперь я передвигаюсь на эту сторону и буду закрывать с этой стороны. Тоже 28 петель, возможно, даже, не знаю, может, даже придется вернуться. Так, то же самое делаем. В общем, 25 петель. Я решила 25. Вот эту я петлю одеваю. А здесь я распущу 3 петли, не 28, а 25. Вот смотрите визуально, вплоть до того, что померяйте на себя, девчонки. Так, раз.
2. Чтобы вам это нравилось, как сидит на вас. Вот здесь вот учитесь не доверять как бы описанием, а все прикидывать на себя. И одеваю эту петлю. Вот, значит, у меня по 25 петель закрыто, сейчас скажу, в сантиметрах для плеча. Ну, 11 сантиметров, вот и пожалуйста. А постирается будет 12, так как я и говорила, 12 сантиметров. Нормально. Теперь возвращаемся на лицевую сторону. Далее, что мы делаем? Далее мы уже будем вязать одной парой спиц. Вот этим вот узором все и сзади, и спереди. Теперь у нас есть вот эта петля. Так, это у нас основная нить, мы ее будем вязать. Вот эта петля, которая у нас по центру идет, которая от крючка дополнительная, ее мы обозначаем маркером. Для чего? Для того, что эта петля у нас будет ведущая при сокращении. Горловина у нас сокращается. Так, здесь у нас идет изнаночная петля по узору, изнаночной мы вяжем. Так, эту часть мы провязали, уже одни спицы я убираю и буду вязать так по спинке. Что у нас здесь? У нас здесь вот эта петля, вот мы ее тоже обозначаем. Можно на спице, давайте мы ее будем обозначать условно. Договоримся, что маркер стоит у нас перед этой петлей, да, потому что переодевать будет, вот я так переодевала здесь на убавлениях, и это не совсем удобно. Давайте по-другому. Вот у нас маркер стоит перед этой центральной петлей ведущей. Вот она ниточка, ее я завязываю в узелок здесь. Так, обрезаю. Так, и далее уже по вот этому узору. О, зря обрезала, вот здесь вот надо будет дырочку заделывать. Вот. Ну, ладно. Так, и теперь вяжем по этому узору. Вот видите, вот зачем обрезала, если тут дырка, ее надо будет зашить. Ну да ладно, не обрезайте эту нитку, заделайте дырочку ею. Сейчас я вяжу 4 ряда по узору и потом буду делать сокращение. Так, теперь мы будем делать сокращение. Вот я довязала до той части, где, и здесь дырочка, видите, вот дырочки будем зашивать, где у меня маркер. Маркер, помним, да, стоит перед той петлей, центральной петлей. Значит, мы его пока снимаем, одну петлю до центральной оставляем не провязанной и одеваем. То есть вот она наша центральная петля, которая у нас образовалась от крючка. Мы здесь провязываем 3 петли вместе. По узору у нас лицевая. Далее у нас происходит смена узора. Далее мы вяжем изнаночной, либо можно изнаночной провязать здесь. Ой, ну и чё, забыла маркер одеть. Не забываем, да, мы переодеваем маркер, одну петлю сейчас покажу на той второй стороне. Вот она, где 3 петли вместе. Вот она эта петля. Опять перед ней мы одели маркер. Теперь передвигаемся. То есть по бокам мы сокращаем в каждом, наверное,
Сейчас я вам скажу, я пока не знаю, сейчас мы решим. Так, здесь мы вяжем изнаночными петлями. Уже, то есть не забываем выполнять узор, при этом в каждом четвертом ряду мы будем делать вот эти сокращения. Такие же сокращения мы, вернее, я делала на боках, но видео не снялось. Поэтому, девчонки, я вам постараюсь написать точную, как бы, там в начале видео, где эти сокращения точные, как бы по минутам, где вот посмотреть вот эти сокращения, чтобы вы могли их сделать. Так, здесь снова приближаемся к маркеру, значит, мы переодеваем его, одну петлю забираем отсюда, перемещаем к центральной, вот она центральная. Когда мы провяжем 3 петли вместе, здесь по узору я провяжу изнаночной, то маркер у нас опять остается перед этой петлей. Вот так вот и продолжаем. Сейчас мы в пятом ряду делаем эти сокращения. Впоследствии в следующих рядах мы будем делать в четвертом ряду. В каждом четвертом ряду мы делаем сейчас сокращения, они получаются по бокам. Вот таким вот образом. Так, мои хорошие, вот смотрите, куда я добралась. Я предполагаю, что вязать вы будете из ниток толще, поэтому ряды не буду озвучивать. Смотрите на, как бы, на вашу прядь, на сантиметры, в сантиметрах, сейчас я вам все скажу. И тоже на ваше желание, вы же можете хотеть эту горловину выше, ниже. В общем, у меня это 8 сантиметров в высоту. Вот, и вот смотрите, как передняя деталь у нас все-таки опускается вниз. Ну, пока спицы не дают, сейчас я закрою петли. И так, сокращения хочу показать. Вот они по бокам у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В общем, сколько изнаночных рядов, ну, как бы, полосочек, сколько и сокращений. Вот. И предполагаю, если плотность будет как бы больше, меньше у вас, ну, то есть толще нитки, то у вас просто меньше будет рядов, меньше петель сокращено. Ну, все соответствовать будет друг другу. Так, закрываю петли эластичным способом, таким вот образом. Петлю переснимаем на левую, провязываем 2 петли, переснимаем на левую спицу и еще раз провязываем их вместе. Снова провязываем следующую петлю, переснимаем на левую спицу и провязываем вместе. И так далее. Все время переснимаем. Потому что почему эластичным способом? Потому что у нас должна туда прийти голова. А если мы будем закрывать обычным способом, она может застрять. В общем, закрываю я все петли по кругу. Так, вот я закрыла петли. Смотрите, девчонки, этот способ, видите, он, о, хоть какую голову и с прической влезет. Вот. И все-таки вот смотрите, наш так, чтобы мне вам еще измерить ширину вот этого, значит, здесь у меня 22 сантиметра. Не знаю, возможно, придется еще переделывать, ну, как бы, а может и не придется, да? Посмотрим, девчонки, я сейчас доделаю все. Я сейчас, вот я проделала иглу, ниточку, сейчас просто закончу это все дело. Вот, и что я сделаю,
все дырочки сделаю и намочу, разложу, высушу. Тогда, ну, я одену соответственно, тогда мы увидим, что с нашей горловиной. Еще я бы сюда, знаете, что сделала? Тоненькую резиночку вставила, чтобы эта горловинка и легко одевалась через голову и становилась на место. Ну, сейчас все доделаем, девчоночки. Так, вот дырочки сейчас сделаю, зашью. Так, все с одной стороны только выглядывает у меня это все дело. Вот, отрезала нитку. Чего я ее отрезала, девчонки? Нет, чтобы оставить, чтобы ею потом сшить. Нет. Отрезала здесь день. Ну да ладно. Вы не отрезайте. Вы этой же ниточкой сошьете. Так, и с другой стороны. Я не могу понять, а что здесь узелок тоже, откуда он взялся. Странно, где же мы ниточку оставили. В общем, не знаю, что-то я не могу понять. Так, зашили. И осталось внизу вот эту вот часть. Одеваем вот эту вот нить набора, и нам нужно ее замаскировать. Видите, как я делаю? Я продеваю сложенную вдвое швейную нить, если тонкое ушко, и ее протягиваю эту нить. Потому что вот эти вот как бы продевалки, они у меня почему-то такого ужасного качества, что они ломаются сразу же, ничего не продевают. Так, вот, все. Где у нас изнанка, с той стороны изнанка. И на изнанке мы просто делаем малюсенький узелочек. И выводим нить вовнутрь. Все, теперь я же говорю, я намочу, разложу, высушу, одену, и потом мы решим с горловиной, что делать. Но это зависит от пряжи. Или, может, я слишком свободно закрыла петли. Или еще нужно провязать. Ну, в общем, пока в натуральном виде я это не померяю, ничего будет. Все будет непонятно, правильно? Правильно, что гадать. Но самое главное, что сработало этот узор, и у нас передняя деталь получилась ниже, чем задняя. Еще я сейчас при намачивании постараюсь вот эту побольше гармошечку собрать, вот, чтобы все у нас было красивенько, да? Так, по поводу, девчонки, ВТО. Я намочила, разложила и как бы совмещала, вернее, формировала все изделие по вот этим вот моим меркам. Полуобхват груди, длина, то есть я всему придавала форму, потому что это вязаное изделие. Мы знаем, что форму оно, ему нужно помогать держать. Того, что я хочу сказать. Резинку я не вставляла. Но вы можете ставить. Что еще хочу сказать? Выше горловину. Провяжите еще. Я уже не буду довязывать, потому что спешу с этим видео. Хочу прям сегодня его выложить. И, кстати, вот видите, как тянется, потому что влажное. И фотографирую я его влажным. Оно вообще-то будет короче. И вот оно все такое. Все потому, что я спешу. Вот. Вот.
Вот такой вот у меня результат. Горловинку выше чуть-чуть поднимайте, чтобы достичь оригинала. Ну, а в целом, как бы, я думаю, я попала. Карманы я сделала ниже, чем в оригинале, но мне так нравится. Вот, вот, вот. И само платье у меня длиннее, поэтому как бы судить по этому не стоит. Сейчас оно обвисло, а силуэт не очень видно. Ну, если хотите больше расширено, то, соответственно, сделайте больше разницы. Все, девчонки, на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.